Рок. Передовую техническую систему по автоматическому оповещению водителя автомобиля о находящихся впереди по курсу движения невидимом или скрытом препятствии. Теперь самое время сравнить C2 Hard с обычным топингом. Расход C2 Hard значительно ниже обычного топинга. Вка и полировка производятся двухроторной затирочной машиной на сырую, а во избежание загрязнения вслед проходит специалист на поломоечной машине. При работах применяют пропитки C2 Hard и C2 Ultra Seal. Для нанесения пропиток требуется только распылитель и швабра. При этом нет привязки к строгим временным рамкам.